Здравствуйте. Сегодня у нас на ремонте S9 ASIC, хэшплата. Значит, после разгона потеряла чипы. Чипы отвалились. Вот такая ситуация. Ну что, замена чипов, соответственно. То есть тут вообще в некоторых местах она отсутствует полностью даже. Ни одного чипа нету, да, чистенько все тут. Вот. Ну что, значит, сами радиаторы, они приклеены на специальной пасте, которая разрушается при температуре где-то в районе 250 градусов, там 250-300 градусов. Она разрушается, нужно нагреть, вот, чтобы удалить радиатор. Вот сейчас мы это сделаем. Вот греем. Паста твердеет при нагревании. При втором нагревании она разрушается. Такая вот интересная. Такой интересный состав там. Так довольно-таки прочно он держится. Вот. Ну, ASIC был в иммерсионном охлаждении. Вот, и просто-напросто все упало. Ну вот, я удалил радиатор, вот видны тут следы, на камеру показываю, да, вот видны следы термопасты. Вот, чипы предварительно были продиагностированы, также вот еще один отвалился рядышком, хорошо, меньше выпаивать. Чипы были протестированы, продиагностированы, значит, здесь имеются контрольные точки, напряжение на всех точках здесь было завышенным, то есть их просто пробило. Тепловое разрушение произошло. Ну, теперь нужно удалить, соответственно. Сами чипы. Прогреваем плату равномерно. Упаиваем чипы. Сама плата не пострадала, поэтому здесь основная задача просто замена чипов. Прогреваем их равномерно. Здесь нужно аккуратно, возле чипов стоят еще резисторы, там конденсаторы, обвязки. Нужно их аккуратненько, чтобы не поотпаивать их и не поотламывать. Температуру я сейчас выставил там под 300 градусов, чтобы радиатор. А выпаивать чип уже можно температуру снижать. Это 280 можно ставить. Чип отпаялся, в общем-то, без проблем, второй отпаяем. И профлюсовывается он тут, выводы, прогревается, нужно его. Отошел. Вот он чип перегретый, побывавший в переделке, два чипа. Ну, теперь остается профлюсовать, подогреть площадки. Подготовить для установки новых чипов. Чипов, слава богу, навалом на эти S9. С новыми проблем никаких нету.
Ну, как бы тут площадки подготовлены. Все чисто, соплей нету. Можно устанавливать чипы. Так, ну вот, новый чип подготовлен. Профлюсован. Площадку профлюсуем под него. Устанавливаем, позиционируем. Огреваем. Устанавливаем чип следующий. Тоже подготовлен чип. Носится флюс и позиционируется. Также на свое место. Прогреваем. Вот. Чипы запаяны. Потом тут можно показать на примере сгоревших чипов, как можно правильно его подготовить к запайке. Значит, чип вставляется в оправку. Сейчас предварительно надо убрать следы термопасты этой. Конечно, эти чипы на самом деле уже неисправные, которые я выпаял. Я вам просто для примера их покажу, как подготавливается. Запайки. Ну, вот чип. Поправки вставлен. Вот сама правка. Собирается. Все вносится паста. Немножко. Шпателем размазывается. Остатки. Теперь
Нагреваем крепой. Паста подплавляется. Вот. Мы видим равномерный слой крепой нанесен на видно. Равномерный слой нанесен на выводы чипа. И теперь спаять его дело техники. Большое спасибо. Обращайтесь в наш сервис.